Нуждики. А я ебу, что ли? Дедуля, ты что, хочешь засунуть себе самотык в жопу? Нет, внучек, я просто хочу высунуть из нее руку. О, Женя, сгоняй за пивом. Что? Это олигархическое проявление тирании социума. Прекратите меня эксплуатировать. Не крутите меня, все, все молчать, стервы. Не бесите, люди, стоп, это класс первый. Все это фиаско, я коллапсирую как личность. Так, отставить пиво. Жень. Ты читаешь это как кретин. Мальчик, почему не на занятиях? Ты еще куришь? Какой класс? Первый класс. Настоящий интеллигент никогда не скажет «Еб вашу мать». Он скажет «Твоя мать сосет турские члены». Ты сегодня напилась с классным перцем. Мы идем в туалет заниматься сексом. Кричали, пританцовывая, дети около туалета. Учитель сказал, что я совсем не знаю, почему цыганы моются, но все равно воняют. И поставил мне в дневник какую-то пизду. Выпуск новостей. Террористы, захватившие заложников, снова смягчили свои требования. Если первоначально они требовали 30 миллионов долларов и вертолет, то теперь пиво и водки, помидоры, капусты, подавайте мне стопку за пивон и закуски. Переговоры продолжаются. Новая рекламная акция. Купи 10 беляшей и пизду отсюда, а то я носу твою машину. Что такое действительно страшная женщина? Это когда она ебется день и ночь по всему поселку. Нуждики.